У птицы есть, она может. У лошади быстрые, она может. У рыбы есть, в воде она может ими. У жирафа есть длинная, он может высокую ветку. У слона есть, он может им сделать, может землю клыками и рылом. У питона, кабана может он, кенгуру может в сумке. Верблюды с и двумя могут пустыню в раз. Акулы с зубами пилой могут в раз плоть на кусочки. Гепард быстроногий может всех, но легкая юркая лань его может в пот. У колибри длинный может она им собирать. У лягушки им стреляет глазастая, чтобы поймать. Полярного тонкий добычу учует за несколько верст. Не упустит добычу свою, хоть с виду и прост. У птицы есть крылья, она может летать. У лошади быстрые ноги, она может скакать. У рыбы есть жабры, в воде она может ими дышать. У жирафа есть длинная шея, он может высокую ветку достать. У слона хобот есть, он может им сделать фонтан. Может землю копать клыками и рылом кабан. У питона сильное тело. Кабана может он раздавить. Кенгуру может в сумке кенгуренка носить. Верблюды с горбом и двумя могут пустыню в раз пересечь. Акулы с зубами пилой могут в раз плоть на кусочки рассечь. Гепард быстроногий может всех обогнать, но легкая юркая лань обмануть его может, в пот загнать. У колибри клюв длинный, может она им нектар собирать. У лягушки язык, им стреляет глазастая, чтобы добычу поймать. У медведя полярного тонкий нюх, добычу учует за несколько верст. Шакал не упустит добычу свою, хоть с виду и прост.